Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор эфирного масла герани. Эфирное масло герани очень давно известен в качестве прекрасного антидепрессанта. Его аромат такой нежный, приятный, он снимает нервное напряжение, улучшает сон, у вас повысится настроение, особенно если у вас был стрессовый день или он просто не заладился, тогда, добавляя несколько капель в аромалампу, этот аромат вас успокоит и снова вернет вам настроение. Также это эфирное масло полезно еще и в косметике. Если добавлять его в крем, он прекрасно разглаживает морщины. Также помогает от сибореи, прекрасно успокаивает кожу, убирает зуд, раздражение. Также его поэтому используют в качестве антисептика. Он омолаживает кожу, очищает поры, улучшает цвет лица. Также он очень эффективно устраняет так называемые гусиные лапки под глазами. Благодаря этому эфирному маслу эти неприятные некрасивые морщинки у вас пройдут. Также можно его добавлять, например, в мази от небольших рубцов. Таких, например, если на лице было акне и у вас остались некрасивые маленькие пятнышки, рубцы, тогда это масло сможет помочь вам избавиться от этой очень неприятной проблемы. Также его можно добавлять в массажи, в массажные смеси, например, от целлюлита. Он прекрасно тонизирует кожу, разглаживает ее, помогает избавиться от растяжек, некрасивой апельсиновой корки. Также можно его добавлять еще, например, в качестве крема лифтинга. Он подтягивает кожу лица. Она у вас не будет обвисшей, будет, наоборот, упругой, красивой. Сейчас я покажу более детально. Вот такая баночка у нас стоит. Поставщик Германия. Фасовка 5 мл. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!